Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Доминикино Замперри, или просто Доминикин, итальянский художник барокко, принадлежавший к Болонской школе живописцев. Я пользуюсь Википедией. Родился в Болоне в семье сапожника 21 октября 1581 года. В Болоне получил первоначальное образование, учился у Дениса Кальвар. После ссоры с Кальвартом он ушел работать в Академию Дели Инкаминати, Карачи, где за свои его маленького роста получил прозвище Доминикино, что в переводе с итальянского означает «маленький доминикин». Уехал из Болоньи в Рим в 1602 году, стал одним из самых талантливых учеников, вышедших из-под руководства Аннибале Караччи. Будучи молодым художником, в Риме он жил со своими немного более взрослыми болонскими коллегами Альбани и Гвидерини и работал бок о бок с Ланфранко, который позже стал главным его конкурентом. Его самым важным проектом первого десятилетия было оформление капеллы Сантиссими Фондаторе, средневековые базилики аббатства Грота Феррата, примерно в 20 километрах от Рима. После смерти Аннибале Караччи в 1609 году ученики, следовавшие римскому стилю Аннибале, в том числе Доминикино и Франческо Альбани, не добились такого успеха в получении самых престижных заказов, как Гвидерини. Был вынужден просить милостыню о работе, прилагая большие усилия через посредников и любой ценой. Один из шедевров Доминикино – его фрески со сценами из жизни святой Цицилии в часовне Пале Сан-Луиджи де Франчези. Был заказан в 1612 году и завершен в 1615. К концу 1615 года Доминикино проектировал кессонный потолок с изображением Успения Пресвятой Богородицы в Санта-Марии ин Трастевере. Работал в Болоне и Фавна с 1617 по 1621 год. С избранием болонского папы Григория XV в 1621 году Доминикино вернулся в Рим. Продолжал проявлять небольшую активность как художник, получив множество заказов на алтари в Рим. Церквях. Также выполнил множество фресок в Риме в 1620-х годах. Работал в жесткой конкуренции с Ланфран. Несмотря на свою деятельность в Риме, Доминикино решил покинуть город в 1631, чтобы выполнить самый престижный и очень прибыльный заказ в Неаполе – отделку капеллы Сан-Дженаро в Неаполитанском соборе. Умер, возможно, от яда рук ревнивой неаполитанской клики до завершения четвертого алтаря или купола, который впоследствии был расписан Ланфран. Умер в возрасте 59 лет. 1641 году, 6 апреля. Надо сказать, что целью неаполитанского заговора было предотвращение конкуренции со стороны художников из других частей Италии, особенно мастеров. Работы Доминикино, разработанные в основном на примерах Рафаэля Караччи, отражают теоретические идеи его друга Джованни Баттисты Агуччи. Около 1750 рисунков из королевской коллекции Виндзорского замка свидетельствуют о кропотливом изучении лежащей в основе работ Доминикино фигурально архитектурных, декоративных, пейзажных, даже карикатурных и о блестящем мастерстве художника как рисовальщика. В 1196 году в Палаццо Венеции в Риме ставилась первая крупная выставка его работ. Ну вот так вкратце о Доминикино Замперри, или просто Доминикино, итальянском художнике барокко, который принадлежал Болонской школе живописцев. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.